Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сейчас у нас будет мини-таро расклад на тему, что он хочет от тебя на самом деле. Загадайте, задумайте мужчину, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если есть фотография, посмотрите на фотографию. Мы возьмем сейчас три оракула основных, что он хочет от тебя на самом деле. Но показывает, что мужчине сейчас что-то очень тяжело, и он все как бы убирает, сметает. Возможно, он переосмысливает свою жизнь, свои цели. Также он показывает, что он хочет вас заманить как бы к себе в сети. Так, возьмем таро карты. Ну, сразу показывает нам, что он хочет, чтобы вы, по крайней мере, уже для всех были парой. То есть он император, а вы императрица. Либо же уже намного серьезно он хочет с вами брак. То есть его желание к вам очень серьезное. Мужчина практически целеустремленный, надежный. Отличается настойчивостью, здравым рационализмом, умение доводить дело до конца, отстаивает свою точку зрения и интересы. Это прирожденный лидер. Он также, если у него есть какое-то дело, то это дело нужно делать именно сейчас, не откладывать, все проблемы разрешать также без задержек. Также мужчина дисциплинированный, ответственный, рассудительный в решениях. Также при необходимости он может решительно действовать ради защиты своих интересов, но эти действия будут всегда соответствовать требованиям закона, морали, но не будут противоречить велениям его как бы совести. Также он считает себя вашим покровителем. Возможно, мужчина занимает высокую должность. Также мужчина хочет долговременных, прочных, стабильных отношений, основанных не только на романтике. Очень важно для него дружеское расположение и взаимное уважение. Также для него важна бытовая устойчивость в семье, материальная стабильность. Для него как бы приоритет ставит в союзе, в котором женщина получает заслуженное внимание и заботу со стороны мужчины, где с ее мнением считаются. Также это может говорить о том, что если мужчина вам не сделал предложение, значит, он намеревается это сделать. Если вы уже в браке, то это показывает на то, что ваши отношения достаточно уже глубокие и доказали свою прочность, и они еще больше укрепляются. Мужчина также обладает очаровательностью, привлекательностью, к нему женщин тянет как магнитом. Также, если, как я уже говорила, вы не в браке, то мужчина сам сделает первый шаг. В отношениях он грамотно подходит к отношениям. Все его действия, они всегда осознаны. Если у вас происходят какие-то недомолвки, небольшие ссоры, то мужчина, он так выстраивает дальнейший с вами диалог, разговор, что ловко и успешно разрешает конфликт. Он умеет направить чувства в нужную сторону. Но самые основные мысли, которые не дают ему покоя, это он хочет проявить инициативу, свою логику, благоразумие, хочет
чтобы ему никто не помешал сделать. То есть, если он задумал вам сделать предложение, то вот в самое ближайшее время он обдумывает, как это сделать. Либо предложение о браке, либо если вы встречаетесь жить вместе, если вы уже в браке, то у него появилась какая-то идея, что-то необычное внести в вашу жизнь. Возможно, предложить куда-то съездить, либо провести время. Ну, допустим, вы никогда не ходили там в театр, вот он хочет вас пригласить. То есть он хочет сделать то, что вы еще никогда не делали. Ну вот это самое основное, что сейчас на данный момент нам показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.